Как лучше отпраздновать день рождения и подготовку к выходу нового EP, если ты рэпер? Дать концерт, и не один. Два дня подряд рэпер СТ качал площадку известного московского клуба. Вообще все желающие могут праздновать день рождения. Вот это да! Отличная новость для поклонников. СТ, а что тебе подарить? Машина, я видел, Жиган купил себе Rolls-Royce. В принципе, можно Rolls-Royce. СТ, ну на Rolls-Royce пока мы не можем сброситься. Может, подскажешь, как удивить себя еще? Подарок, сделанный своими руками, это очень приятно, потому что ты понимаешь, человек вложил в него. Будем стараться. Как минимум, снеговика из ваты и снежинки из фольги мы тебе обещаем. Пока гости качали танцпол под рэпчину СТ, на концерт заглянул Серж из группы «Пицца». Сергей, какими судьбами? Почему нам не исполнить нашу совместную композицию? Вот я и здесь. Такие встречи не случайны. Ведь музыканты сделали совместный трек, а сам СТ не против поэкспериментировать с новым звуком. Я расту, и мне интересно развиваться как музыкант, как творческая личность. Наверное, в каком-то где-то перерос какой-то рэп, который сейчас происходит. Вот это то, что мне не нравится. Я это буду делать все равно, что-то бабки. Теперь рэпер СТ осваивает игру на гитаре и уже удивляет своих поклонников мастерством. Раньше я играл там 5 аккордов, теперь там больше. Ходят слухи, что СТ даже дает уроки игры на гитаре. А среди его учеников есть знаменитый музыкант. Он меня учит иногда аккордом новым. Такой творческий тандем дал свои плоды. Когда артисты оказались вместе на сцене, никто из зрителей не молчал. Концерт прошел действительно на ура, ведь рэп в исполнении СТ качает, а сам музыкант горячо любим своими поклонниками за это. Он разносторонний такой человек, его реально интересно слушать, он очень кочевый и движовый парень. СТ, продолжай в том же духе смелей, с тобой всегда становится горячей, а репортаж этот Роман Миров собирал, Дима Конов все на камеру снял. Рэпер, ты крутой, как ни крути, выражаем тебе респект от Европа Плюс ТВ.